Следующее повышение ждет получателей пенсий в рамках государственного пенсионного обеспечения, в том числе социальных, с 1 апреля. Об этом сообщает издательство «Российская газета». Как говорится в проекте постановления правительства, которое было опубликовано на федеральном портале, рост должен был составить 2,4%. Но, скорее всего, цифра будет выше. Например, индексация социальных выплат планировалась до Нового года на 3,4%, а свежие данные статистики подтянули ее до 4,3%. Социальные пенсии вырастут настолько же, насколько вырос за год прожиточный минимум, а эта цифра станет известна чуть позже.